памятнику у меня за спиной не случайный. Здесь проводились и бои, а самое главное, вот этот небольшой перевальчик, это была хозяйственная база. К счастью, сейчас здесь есть подъездные дороги, и к несчастью, во время войны те же подъездные дороги являлись как раз возможностью немецким оккупантам добраться сюда механизированно, добираться. Поэтому для обороны это было крайне неудачно, но источник хорошей подъездной дороги — это как раз великолепная база, продовольственная база, то есть хозяйственная база. А вот справа от меня, или вернее на северо-восток отсюда, гора Федосийская или Куркушлу-Аба, там, собственно говоря, конечная цель наша — смена полотнища флага. А вот на северо-восточной стороне, чуть позже мы пройдем, посмотрим место расположения землянок. Вот как раз там нету подъездных дорог, крутые склоны, каменистые склоны. То есть, естественно, природный такой охранный или же даже опорный пункт. То есть место базирования находилось отсюда где-то в 2 километрах. А здесь хозяйственная база во время войны была. Сейчас у нас небольшой перерыв. Небольшой перерыв. Несмотря на то, что вышли мы налегке, тем не менее 8 километров позади, 2/3 пути. И небольшой отдых, небольшой обед и далее в путь. Всем вперед! Три с половиной часа мы, собственно говоря, добрались до конечной нашей цели. Только что на этом месте был флагшток. Он временно снят для покраски. Оборудован флаг, уже приготовлен. Оборудованы флаги государственные, региональные, ведомственный флаг. А наш флаг личный, посвященный победе, то есть символичный собой. То есть подготовительная работа заканчивается, и заканчивается покраска флагштока, который год, собственно говоря, не красился. В прошлом году, в апреле месяце, мы его возобновили. Ну, собственно говоря, так у нас каждый год. Девчонки сейчас листают книгу памяти, а я сделал выписку из книги памяти. Первый флаг восстановлен 13 апреля 2015 года, то есть спустя неделю фактически после присвоения городу Феодосии почетного звания города воинской славы. Дальше 10 апреля 2016 года. Смена, первая смена полотнища. После этого 8.04, то есть 8 апреля 2017 года, уже было 30 человек. То есть опять первая группа в 10 человек поставила, в 10-14 человек сменила, 30 человек. Смена вторая, третья смена у нас 50 человек, вот 7.04.18 и вот 6.04.19 очередная смена полотнища. Полотнище выглядит вот так вот. Это прошлогоднее полотнище, это все, что осталось, год на высоте почти 900 метров, весь истрепан. Ну и новое полотнище, которое через пару минут будет водружено. Сама система у нас в виде флюгера, то есть оно на трубке, на флагштоке. Естественно, по направлению ветра показывает и ветер. А сейчас мы посмотрим, кто работал. Иди сюда, подойди сюда. Вот Мирошниченко Иван. Его рукотворная работа в данном этапе. Вот сегодня, сейчас мы ее все соберем. Процесс сборки увидим. Пока вдалеке группа подкрашивает флагшток, готовится. Сейчас он просохнет и начнется сборка. Тишина. Только ветра притушенный ропот. Тишина. Заросли партизанские тропы. Заросли держи деревом и купиной. Тишина. Отчего же здесь веет войной?
Отчего эти старые грабы и буки заломили свои узловатые руки? Отчего даже светлый напев ручейка заронила гнетущую ноту тоска? А в глубоком ущелье у быстрой воды обелиск со звездой до землянок следы? То с великой войны запоздавшая весть, партизаны свой госпиталь прятали здесь.